подорвал здоровье. И сейчас Херардо Мартино пытается таким образом использовать Лионеля. Ох, какой момент! И мяч оказывается в сетке ворот! Мадридский Атлетико выходит вперед, и Давид Вилья. Он обещал, что в любом случае отпразднует забитый мяч ворота Барселоны, если таковой случится. И он его отпраздновал. Рассказывали мы о состоянии здоровья Лионеля Месси, но не об этом надо говорить, а об успехах Давида Вильи. Месси мяч потерял на чужой половине поля, и Арда Туран сыграл через центр. Давид Вилья отпасовал на капитана, по-моему, нет, на Коке. Коке поддержал эту атаку из глубины, и Арда Туран выполнил в итоге голевую передачу на ногу Давиду Вилье. И по уходящей от Виктора Вальдеса траектории Давид Вилья с лета отправляет мяч в дальний угол ворот Барселоны. 1-0. Давид Вилья, становившийся в составе каталонцев двукратным чемпионом Испании, победителем Лиги чемпионов и обладателем Кубка Испании, сейчас забивает своей бывшей команде. Великолепное завершение этой острой контратаки. Возможно, кто-то сейчас вспомнил о том, что Барселона продолжает поиски центрального защитника. И если бы эти поиски увенчались успехом до матча с мадридским Атлетиком, может быть, этого мяча и не было бы. Но в любом случае атаку подопечные Диего Симеоне провели образцово-показательную. Передача с фланга и замыкание в одно касание. Там, конечно, Виктор Овальдо.